Всем привет! Сегодня я буду украшать торт для девочки. Торт я покрыла белково-заварным кремом, выровняла его. Внутри клубничный бархат. Ссылочку на рецепт я оставлю под видео. И для начала я приклею принцессу. Я распечатала на сахарной бумаге и приклеила декор гелем на мастику. Приклеила только для того, чтобы придать объем. Вообще сахарная бумага на белково-заварном креме не течет, ее не нужно изолировать. Я приклеила для того, чтобы сделать картинку более объемную. Взяла насадку травка. Вообще можно любую взять насадку травка. Крем окрашивала краситель топ-декор коричневый. И хочу сделать окошко. Взяла насадку номер 102, маленькая розочка. Можно взять также 102, 103, 104, любую из этих насадок. Крем окрашивала краситель Color Gel цвет пурпурный. Буду делать маленькие розочки. Это инструмент для мастики. Можно взять шпажку обычную. Вот так получается. Беру маленькие ножницы, снимаю. Сначала делаем серединку. И несколько лепесточков. И снимаем. Листики буду делать насадкой номер 67. Это маленький листик. Крем окрашивала красители топ-декор зеленый и коричневый. Меняю насадку листик на насадку травка. И по низу делаю травку.
Теперь на зеленый крем я одеваю насадку круг номер 3. Развела водой краситель Америколор номер 160, голубой. Можно любой краситель. И сейчас буду окрашивать. И сейчас в голубой капну немножко желтого и низ окрашу зеленый. Поставила топпер с днем рождения и леденцы из Азамальта. Леденцы делала вот в такой форме силиконовой, но ссылочки, к сожалению, у меня нет на нее. Окрашивала леденцы Color Gel цвет пурпурный и добавляла белый краситель. Поэтому они вот такие непрозрачные получаются. Поставлю бабочки. Бабочки, распечатанные на сахарной бумаге. И добавлю сахарные бусинки. Покажу вам поближе. Вот такой тортик для девочки у меня получился. Бабочку я закрепила на растопленный изомальт. Растопила немножко, капнула и приклеила. И вот так получилось. Ну и на этом буду прощаться. Всем, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!